Максим, ваше возвращение на родину до сих пор окутано таинственностью. Это наше. После возвращения в Россию он стал публичной фигурой. Я до Макса не могу дозвониться. Они с Амиром улетели в Египет отдыхать. У меня есть много информации, которая поможет тебе узнать всю ситуацию. И это касается не только Лижу. Макс! Если бы твоего друга похитили какие-то нехорошие люди, ты что, не поехал бы за ними? Но мне нужно срочно попасть в Ливию. Вы совсем с ума сошли? Это же Шугалей. Шугалей! Ты шутить любишь, да? Шугалей — это легенда. Ты где? Почти в Египте. Рядышком. Ты там, где я думаю. Угадал. Шугалей сделал нам хороший подарок. Если он просто исчезнет в пустыне, это будет лучшим вариантом и для нас, и для него. У нас ни воды, ни еды, а ты опять про террористов. Правда твоя нахрен никому не нужна, и никто ее не узнает, потому что мы здесь сдохнем. Макс, люди, давай. Макс! Прости, Самир! Господи, а вы-то тут откуда?